бросок быстрее к ветру! Хорош бездельничать! Все наверх! Кэп выпрыгнул! Этой плантацией владеет господин Бекфорд? Именно так. У него много плантаций, и он безумно богат. Таких-то и нужно грабить. Где-то здесь есть его человек. Проследи за ним, и он выведет тебя к цели. Truly senseless. That shot bend in the river. Бофорд, Мэннинг, ко мне. Здесь мы закончили. Да, сэр. Куда дальше? Вернемся на плантацию и загрузим трюмы товаром. Урожай в этом году удался. Говорите тише, сэр. Это ведь не дружественный порт. Глупости. Я только что чудесно пообщался с одним местным. Мы пришли к соглашению. Как скажете, сэр. Поднять флаг, парни! Пора домой! Стоп! Стоп now! Ха! You won't take us that way! Капитан у руля. Капитан, вы задумали нечто рискованное? Этот взгляд мне знаком. Да, ты прав, Абе. Я только что слышал, как один из людей Бекфорда похвалялся своей плантацией и складами там. Думаю, мы могли бы избавить его от этих товаров и продать по куда более выгодной цене. Собрать, правда,
Капитан на вахте. А, славная мысль. Я только за. Паруса отдать! Поднимаем все паруса! Частые вражеские патрули. Стой, Аде. Впереди враг. Я вижу. Пустить промзеля и бомбромзеля! Убрать все паруса! Живо! Поймать ветер! Веселя отдать! Вперед! Плохо дело. Думаю, это тендер. Вроде оторвались. Цвета британские. Кажется, один. Марселя и Промселя! Ослабьте старушку, ребята! Утесы! Сворачиваем! Паруса отдать! Круче к ветру! Койки вниз! По местам стоять! Это человек Питера Бекфорда. Слыхал о таком? Сахарная империя Бекфорда. Да, Бекфорда и Дракса. Я знаю эти имена. Другие рабы проклинают их. Ты работал на плантации, да? Да, на небольшой. Я тогда работал в варочной. В варочной? Что же там варят? Тростник? Или что другое? Сок тростника. Делать сахар непросто и опасно. Потому он и стоит так дорого. Как устроен рабочий процесс на плантации? Сначала тростник срезают, потом перетирают между железными жерновами и давят сок. Роты по ветру! Марселя! Промселя! Бомбромселя! Леселя! Ловим ветер! Сколько... Погода не к черту! Слева по борту! Человек в воде! С того корабля! Рифить все марселя! Слишком близко вставать на цель. Солдаты с плантации точно поймают нас. Бросаем якорь. Ты на берег. Мы присмотрим за галкой. Капитан в море!
Что здесь случилось? В чем дело? Отметили, сэр. Вот и все. У Джонса именины. И вы осмелились выпивать на посту? Не беспокойтесь, у нас все улажено. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить стражу. Удвоить, сэр? Но зачем? За мной следили по пути сюда. Если не ошибаюсь, пираты. Хотя корабль был слишком велик для этих негодяев. Но точно не работорговцы, судя по кораблю. Удвойте стражу, пьянчуги! И смотрите, не проморгайте ничего важного! Эй, наверху, шевелись! Работа не ждет! Простите, сэр. Я буду смотреть в оба. Бог мой! Что такое здесь творится сегодня? Как собираешься бить тревогу, если ты, мертвецки пьяный, на ногах не стоишь? Простите, сэр, я в норме. Если увижу что-то странное, тотчас же ударю в колокол. Обещаю. Кто здесь за все отвечает? Мне нужно попасть на склад и немедленно. У кого из вас недоумка ключ от склада? Ну? Да уж, нам тоже интересно. Черт, найдите обладать. Ключа здесь совсем нет? Дайте мне ключи от склада. Ключ, черт побери! Найдите мне ключ! Speed the pace. We all want to get to our point. Keep to the task in hand. You can curse me later. Now you work. Приблизим камеру. Бэтмен! Ай, стоп! Hmm.
носилками своими из цирка. Из цирка. Прям. Прям цирка. And I'll do what's needed. But when them was currently disagreeing with, can't return fire. Good King Phil should look to his men's provision if he wants to keep his lands. He must be emptying the old country just to have a few souls in all the dirt he's claiming. Got away, you did. At least he keeps the packets in plumb with Good Mipples. King Phil should look to his men's provision if he wants to keep his lands. It's not about... I'll have your scalp! What?
Quick! Over there! Stop, I tell you! I've got a line on him. You're not losing us! Faster! I just have to pull the trigger! Surround them! What was that, Jones? Take to the task in hand. Gently, the master won't think kindly to broken goods. You can curse me later. Now you work. Think of the task in hand. Speed the pace. We all want to get to our point. Значит, считается, что мы избегали стычек. Хотя... Потравишь. Ну ладно. Обладателя ключа обворовали. Не убивая. Вредили один сигнальный колокол. Оказывается, это было в задании. Ну да ладно, мы задание все равно не выполняем. Дополнительные задачи. Продолжить.